Всем привет! Меня занесло в соседний райончик, устанавливаю кондиционер. Решил сделать короткое видео по поводу вот этого растения. Надеюсь, видно хорошо. Заодно покажу типичное барио. Вот такие райончики. Вот эти домики называются домики Дей Прода. И Прода — это одна организация, которая строит вот практически одинаковые домики. У них есть три разновидности плана вот этих домиков. В общем, как это называется, не знаю. Дуплекс, наверное. Стенка общая. Вот такие, весь посадок практически и округа вот в таких домиках. И Прода. Instituto Provincial de Desarrollo Ambiental. Ну, в общем, развитие жилья. Как-то так. Ну ладно. Это я хочу показать. Вот это хитрое растение. Как бы мне телефон, жалко, нету штатива. Ладно, показываю. Рву. Видно? Я сейчас пойду на большую жертву. Сейчас размещу телефон на бордюрчике. Приехал за женой. Сейчас выйдет. Начнет, как всегда, голубей кормить. Они, наверное, уже... Такое впечатление, что знают, когда она выходит, сидят и ждут. И он сидит. Все время она с работы позже всех выходит. Всякие разные медсестры уже поуходили. Некоторые раньше даже. Раньше положенного времени. А она все время задерживается. Самая добросовестная. О, картель висит. Не знаю, видно будет отсюда. Коммерсиаль Маларчук. Украинская фамилия. Полно таких здесь. Всякая коммерция. Встречаются немецкие фамилии. Ну что, дождусь я. А птички тоже, вон они ждут уже. О, меня спрашивали про мотоциклы. Кстати, вот как раз вот этот самый маленький мотоцикл, который существует. Вот он здесь представлен. Редко попадается. Вот на нем написано 70. 70 кубиков. Меньше просто не бывает. Ну вот размер, чтобы был понятен. Сейчас я себя рядом размещу. Вот он я. Вот этот мотоцикл. Меньше велосипеда. Тоже права нужны. Так, ну вот сейчас я сделаю короткий обзор. Значит, вот такой мотоцикл. Он называется Корвин. Я говорю, все это китайцы. Названия могут быть какие угодно, даже Ява. Мотомель. Очень распространенный. Это 110. Вот этот. Так, не знаю, кто это. 150. 150 объем. Ролсон. Ролсо. Просится прочитать Ролсон, но это не так. В общем, не знаю, кто это. Моторы 150 практически все одинаковые. Вот на моем мотоцикле такой же точно. Вон он стоит. Вот такой. И вот такой. Ну это Чопера здесь называют, типа моего. Но он хитрый. С водяным охлаждением.
сколько у него кубиков, пока непонятно. Ну, 250 как минимум. Не написано. Ну, цилиндры огромные. Тоже копия, видимо, Honda Rebel. Но не оригинал однозначно, потому что у оригинала колеса на спицах, а здесь литые диски. Мундиаль. Вот так. Ну вот и получилось. Герреро, это мой. Грязный, обшарпанный уже. Был почти новый. Все, выключаю. Пока. Дождался. Сейчас будет то, что говорил. Вот она, моя медсестра, явилась. А что у тебя по плану? Ты ничего не забыла? Как? А тебя птицы ждут. Ну вот. А я обещал, что будет кормить. Пока ждал. Можешь привет передать, я сегодня размещу. Кому-нибудь. Ну там есть у тебя друзья, родственники. А? Всем привет. Всем. Русским людям. Как Нестор говорит, русский человек. Вот пока ждал, приехал еще один мотоцикл. Санезия. Очень распространенная марка. Тоже 110. Ну, самые распространенные 110. Это полуавтоматы. Ума много не надо. Как правило, большинство женщин на таких ездит. Но есть и гонщицы. Поехали, медсестра кушать хочет. Медсестра хочет кушать. Кормить хочет. Кормить и кушать. Так, ну все. Так, подожди, сейчас попрощаюсь со всеми. Всем пока. Медсестра хочет кушать. Еще раз включаю показать. Они знают, что она пришла. Бедные в глаза заглядывают. Подходят прям близко. Яблоко нашла. Нет, им хлеб надо. Ну, нету хлеба. А, едят. О, о. Я же говорил, они ее ждали. А вот, не показывал. Русские воробьи здесь тоже есть. У нас на участке воробьи с хохолками какие-то. А здесь вот русские. Едят? Хлеба. Хотят? Нет. Не едят, не хотят. Ну, обиделись. Видишь, они тебя ждали, тебе доверяли. Ну, да. Нет. Ой, еще какая-то медсестра щемится. Ну, да. Тоже опаздывает. Ну, ладно, теперь все, поехали. В общем, снял я видео с вот этим растением. Все сделал, показал, пошел на жертвы и потом посмотрел, а видео не снялось. Нечаянно пальцем кнопку нажал. Сейчас поймете, почему я так опечалился. В общем, показываю еще раз. Теперь-то я дома. Вот они, эти семена. Прям вот так вот их вытаскиваю. Ну, можно еще одну взять. Такие они. И вот что я делаю. Вот так их раздавил. И вот так. Вот это я сделал на улице. Ради того, чтобы показать в видео.
весь прикол в том, что нормально это не отмывается водой. Попробовал водой, не отмылось. А мне домой надо было еще идти. И как вот я прохожим буду рожу показывать, они меня неправильно поймут. Вы поймете, прохожие не поймут. Попросил у людей мыло, объяснил им, для чего снимал. Отмылся, пришел домой, а видео нету. Ну, теперь-то я дома. Ну, в общем, это растение используют индейцы для того, чтобы делать боевой окрас. И краска эта очень-очень стойкая. Вот так вот. Я настоящий индеец. Почти. Есть еще разные другие растения, которые знают, настоящие индейцы, которые живут в селе. Для всего. Вплоть там, чтобы убить, отравить обезьян, или для мужской силы, и всякое такое. Мне интересно это все. Ну ладно, показал. Всем пока.